Здравствуйте, дорогие слушатели, посетители, пришедшие студентов, вижу очень много, пришедших сегодня на нашу дискуссию. Еще раз поприветствую наших замечательных спикеров. Я думаю, что я нахожусь в каком-то таком прекрасном мужском обществе. Как выгодно быть директором музея транспорта. Да, то есть ты все время среди мужчин, вот ходишь и наряжаешься с утра до вечера. Спасибо огромное, что, собственно, вот смогли оторваться молодые наши участники и слушатели дискуссии, смогли оторваться от своих занятий и прийти на самом деле послушать очень интересную или раскрыть для себя очень интересную тему. Сколько бы мы ни говорили о том, в последнее время действительно очень много посвящается времени и вниманию той теме, которую мы сегодня будем обсуждать в нашей дискуссии, все равно есть, как говорится, и о чем поговорить, и что узнать, и есть те самые ниши и лаконы, в которых есть поле для дискуссии. Я буду очень рада, если вдруг кто-либо из какой-то части нашей аудитории посвятить свою дипломную работу или научную работу темам и вопросам, которые мы будем обсуждать сегодня. Вечный такой как бы диалог между городским и личным, тренды и развитие, новые форматы, новые или обновленные старые бренды, новые производители на нашем рынке и так далее, на рынке автотранспорта. Меня зовут Оксана Бондаренко, я директор Музея транспорта Москвы. Есть у нас такой музей, я думаю, что все вы станете его первыми посетителями в конце следующего года, когда он откроется на улице Новорязанская, дом 27, в потрясающем гараже Мельникова. Сейчас наш музей функционирует в формате музея в движении, а также по-другому, уже о транспорте. И мы делаем наши проекты и выставки на многих площадках транспортной инфраструктуры в городе. Поэтому все, что происходит в мире транспорта, в нашем городе, в мировом контексте, у наших коллег в департаменте транспорта, и не только для нас, это представляет в музее огромный интерес. И как всегда мы говорим, коллеги, вы, пожалуйста, трудитесь, развивайте и работайте, а мы вас музифицируем. То есть я здесь такой архивариус под предлогом модератора. Ну, хочу представить наших замечательных спикеров. Запомните, пожалуйста, потому что вам надо будет задавать в конце, я думаю, немалое количество вопросов. Иван Юнин, генеральный директор фонда транспортной инновации Москвы. Есть такое подразделение в недрах департамента транспорта. Занимается очень интересными проектами, и Иван об этом расскажет. Александр Мигаль, коммерческий директор Московского автомобильного завода «Москвич». Я с особым пиететом произношу имя «Москвич». Объясню почему. Потому что первая большая выставка в Музее транспорта Москвы на территории павильона транспорта СССР на ВДНХ была посвящена именно великой истории завода КИМ, МЗВА, АЗЛК, АО «Москвич». И называлась эта выставка «Мечта москвича». И вот через несколько месяцев после окончания работы выставки произошла «Мечта у москвича». Вот так сложилось, что произошла реинкарнация бренда, и мы тоже об этом сегодня от Александра узнаем, чем же живет нынешний актуальный завод «Москвич». Кирилл Ватяков, управляющий директор «Авито Авто». Очень интересный спикер и интересный для нас в музее, потому что Кирилл и его коллеги занимаются достаточно неожиданными в настоящее время делами на рынке автомобилей, о чем Кирилл нам тоже расскажет в нашей дискуссии. Николай Манайкин, директор по новым бизнес-моделям в «Авито Авто». Очень приятно, Николай, спасибо большое, что вы здесь. Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат». Я как человек из культуры и из маркетинга думаю, ну, «Автостат» — это, наверное, как ВКонтакте в мире автомобилей. Ну, что-то даже больше. Мы об этом обязательно, Сергей, поговорим в нашей дискуссии. Как «Авито» для
всех остальных в России. Прекрасно. И Геннадий Баранов, директор бренда «Exit», прошу любить и жаловать, тоже в нашей дискуссии. Коллеги, ну что, начнем и подискутируем на тему пути развития транспортной отрасли, современный автопром и городской транспорт. Первое слово предоставляется Ивану Юнину. И мне хотелось бы, Иван, спросить у тебя, все-таки столько всего происходит сейчас, да, в нашей инфраструктуре, я думаю, что каждый из слушателей с этим сталкивается, и появляются новые диаметры, развивается рельсовый каркас столицы, растет количество дорог, постоянное обновление подвижного состава, уже просто не успеваешь, подземного и наземного транспорта. И вообще настрой транспорта на эту самую экологичность. Один из самых крупных парков электробусов находится в Москве. И появляются даже новые уникальные виды городского транспорта, как те самые синички, первые электросуда, которые вышли на первый маршрут в этом году весной. Но для начала, пожалуйста, Ваня, расскажи кратко про фонд транспортных инноваций, какие задачи фонд решает, и есть ли вообще в мире подобные при муниципалитетах организации, которым поручено заниматься вот теми самыми инновациями. И, пожалуйста, я буду очень признательна, если ты поделишься теми основными трендами развития городского общественного транспорта в России, в мире, наше место на карте мировой. И вообще, как же транспорт в Москве и почему это произошло, изменился за те самые на наших глазах пролетевшие 10 лет? Вань, тебе слово. Спасибо большое за вопрос, Оксана. Очень приятно, небольшое такое лирическое вступление, очень приятно видеть молодых людей здесь, действительно, с горящими глазами, полных энергии. И очень хочется, чтобы тот тренд, который задан на развитие транспорта в Москве, действительно, за 10 лет произошло очень много всего интересного. Я чуть-чуть дальше расскажу про конкретные цифры. Вот, и вы, наверное, дальнейший двигатель этого прогресса. Очень надеюсь, что подхватите этот тренд, будете его развивать и будете двигать транспорт вперед. И опять же, в качестве второй, наверное, нотки лирического выступления, мне просто вот как обычному жителю, не как генеральному директору фонда, а просто как обычному жителю, который ежедневно пользуется московским транспортом, хочется сказать огромное спасибо всей команде московского транспорта, потому что он действительно за 10 лет прошедших, чуть больше, может быть, за этот период он просто стал очень-очень сильно дружественным к людям. То есть мы раньше где-то опасались транспорта, боялись там, может быть, старых трамваев, не хотели ездить по непонятным и неудобным маршрутам. И постепенно за 10 лет сделан огромный прогресс, и могу лично от себя сказать, что просто как обычный обыватель испытываю огромное удовольствие от перемещения с помощью московского транспорта, от всех видов. Это и метро, это и электробусы, автобусы, и речной транспорт. То есть ты по бесшовочке? Я пошел по максимальной бесшовке нашего московского транспорта. Да, как же это произошло? Отказался от личного автомобиля. Автомобиль есть, но он используется там по выходным для перевозки детей. И вот просто как обыватель с огромным удовольствием пользуюсь всеми видами московского транспорта. И вот всех сидящих тут призываю, все тестируйте, все пробуйте, не бойтесь чего-то нового, экспериментируйте. Сейчас все для этого возможности даны. Да. Рассказывай про фонд и как же эти изменения за 10 лет, чуть больше, чем 10 лет, случились в Москве. Конечно. Пару слов про фонд. В структуре Департамента транспорта в конце 2021 года был создан фонд транспортной инновации Москвы. Наша задача – это работа с молодыми компаниями, работа со стартапами, работа с поиском и тестированием разных технологических решений, которые можно в транспорте применить. С перспективой дальнейших инвестиций в эти решения, если потребуется, либо остановки на уровне пилотирования. У нас очень широкая, на самом деле, экспертиза в том, кто
кто какие инновации в транспорте разрабатывает, в том, кто какие решения предлагает, в том, какие есть конкурирующие компании и что из них лучше. Мы активно помогаем организациям московского транспорта по их запросам, находим интересные компании, помогаем им осуществить с ними коммуникацию. Со всеми организациями, метро, и Мосгортранс, и МПП, и ЦВДД, и, в общем-то, все другие компании, которые в нашем контуре есть. Существуем, как еще раз повторюсь, с конца 2021 года. За это время огромное количество, больше 1500 компаний мы посмотрели, больше 100 пилотных проектов сделали. Есть у нас несколько портфельных компаний, и планируется в этом году еще больше расширять наш портфель. Это, если кратко, о фонде. Конечно же, такие решения, такие организации, как Фонд транспортной инновации Москвы, не существуют в мире. Мы здесь, наверное, не первые, но я считаю, что одни из самых лучших. Это такие организации есть и в Сиднее, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и во многих крупных городах мира. Москва, можно сказать, с ними наравне в отдельных случаях. В большинстве случаев лучшая в мире. Тренды. В каких трендах живет сейчас, я думаю, что нашим слушателям это будет интересно, особенно молодым, в каких трендах сейчас живет городской или общественный транспорт, в каких трендах развивается транспорт, куда смотрит транспортная инфраструктура мира. Мы понимаем, что человекоцентричность и персонализация – это сейчас как витрувианский человек, да, у да Винчи, человек-центр Вселенной. Вот расскажи, пожалуйста, о все-таки развитии, мыслях, взглядах транспортников всего мира, Москвы в настоящий момент. Конечно, человекоцентричность и персонализация – это такой, наверное, скорее даже не технологический тренд, это вот тренд на уровне восприятия транспорта. Я скорее больше могу рассказать про технологические тренды, где, конечно же, всеобщая цифровизация, она затрагивает, конечно же, в первую очередь транспорт. Это все внутренние процессы, это система управления транспортными потоками, это различные решения в части автоматизации тех процессов, которые всегда были на бумаге, начиная от вывода водителя на линию и заканчивая системой, которая оценивает его состояние во время вождения транспортного средства. Это, конечно же, автономный транспорт, и на этот тренд мы все ставим большую ставку, потому что, конечно же, человек несовершенен, человек ошибается, человек не всегда внимателен, человек отвлекается. Я лично верю, в общем-то, наверное, большинство коллег из сообщества, экспертов согласны с тем, что автономный транспорт – за ним будущее. То есть наличие человека как управляющего автомобилем, вагоном метро или трамваем, оно, наверное, излишне. Не сейчас, а в перспективе 5-10 лет, я думаю, появятся уже достаточно эффективные, достаточно массовые решения в части автономного транспорта. Конечно же, общий тренд на ESG, на электротранспорт, на новые источники энергии, в частности, водородный транспорт. Эти тренды также присутствуют, и Москва здесь, наверное, одна из самых перспективных и одна из самых первых в этом ряду. Наше количество электробусов на улицах и вся инфраструктура, ведь электробусов не только транспортное средство, это инфраструктура для его зарядки. Вот это количество электробусов и объем инфраструктуры самый большой в Европе, и мы здесь остаемся лидерами. И в ближайшие годы, за ближайшие 2 года на улице выйдет еще больше 1000 электробусов, по-моему, 1200, если не ошибаюсь. Здесь мы развиваемся и двигаемся впереди планеты всей практически. Также существуют тренды на интегрированную мобильность, на мобильность как сервис. В общем-то, то, что я использую сам в жизни, то, что я всем советую, использование разных видов транспорта, бесшовное перемещение между этими видами транспорта. Когда вы доехали на такси до метро, прокатились на метро, вышли, сели на самокат и добрались до конечной точки. Эти тренды, они есть в Москве, мы их видим, наблюдаем, больше 60 тысяч
самокатов на улицах Москвы, огромное количество поездок, их уже миллионы этих поездок. Я думаю, что практически каждый из тех, кто в этом зале сидит, пробовал это на себе, и кто-то оценил на себя, кто-то решил использовать другие виды транспорта. Ну и, наверное, новые источники энергии – это дальнейшая перспектива технологическая. Скажи мне, пожалуйста, ну вот если мы уже стоим на такой ступени практически, Солярис, Тарковский, то что же через 5-10 лет, куда идти, куда смотрим? Ну, инсайтики в фонде транспортных инноваций точно, наверное, есть? Никаких инсайтов. Шучу, конечно. Относительно дальнейшего развития, конечно же, есть куда развиваться и есть куда расти. У меня, на самом деле, есть много цифр про московский транспорт. Я думаю, наверное, лучше просто рассказать именно свое мнение, по этому вопросу. Будет все оптимизироваться, будет исключаться человеческий фактор. Транспорт будет более дружественный для человека. Он так сейчас классный, дружественный в Москве, но он будет более дружественным. И вот вы посмотрите на развитие приложений, и вообще я всегда, когда рассказываю про транспорт, пытаюсь людям донести их жизненный опыт. Вот вы сами этот прогресс можете наблюдать. Развитие там парковочных пространств, например, да, управление этими парковочными пространствами. Ведь если посмотреть там на 20 лет назад, что у нас было, у нас были стихийные парковки. Сейчас у нас в городе парковки организованные, и они продолжают автоматизироваться. То есть, скажем так, вы вот этот вот комфорт, вот это вот удобство транспорта, вы уже на себя ощущаете, и тренд на то, что он будет дальше развиваться, становиться персонализированным в отдельном случае. Это и рекомендации маршрутов, это развитие интеллектуальных транспортных систем и многое-многое другое. Может быть, по каким-то отдельным трендам пройтись, Оксана? Ну, что такое автобус по вызову? Вот я все время нахожусь в неком, каждый раз вижу этот наш начинающийся кейс, ну такой уже запущенный кейс внутри транспортной инфраструктуры, все время думаю, вот это, да, как говорится, доехали, да? Автобус по вызову. Вот расскажи, пожалуйста, про эту систему. Есть такая система, у нас называется «По пути». Вы знаете, для отдельных районов создание регулярных автобусных маршрутов – это очень, на самом деле, для города невыгодная история. Не для города, не для людей. Будет просто так ездить транспорт, будут просто так перемещаться пустые автобусы, пассажиропоток небольшой, но необходимость добраться до точек, до транспортно-пересадочных узлов, она существует. И в Москве запущен такой проект. Это гибрид между такси и фактически обычным общественным транспортом. То есть вы через приложение можете вызвать себе автобус. Система собирает автоматически разные заявки и формирует на основании этих заявок маршрут, который позволяет решить проблему транспортировки людей, при этом минимизировать пустые лишние перемещения автобусов по территории города. Система пользуется популярностью, запущена в Троицком округе, и, насколько я знаю, в Сколково планируется тоже тестирование подобной системы. Мань, когда появится первый беспилотник, который я вызову по Яндекс.Такси или вот закажу на Авито и поеду? Оксана, тут, конечно, не совсем правильно за Яндекс отвечать, но все-таки прокомментирую свое мнение. Оговорилась. Да, во-первых, тестирование беспилотных автомобилей периодически происходит. У компании Яндекс они действительно дают возможность заказать иногда беспилотный автомобиль и проехать по определенному маршруту. Зона тестирования небольшая, но подобные эксперименты уже были, они с разной периодичностью запускаются. То есть шанс того, что ты вызовешь беспилотный автомобиль где-нибудь в Ясенево, он на текущий момент. Конечно же, массовое внедрение этой системы, я думаю, будет в течение, может быть, 5-10 лет. И здесь, наверное, нет технических
сильно больших ограничений. Есть психологические и юридические ограничения для того, чтобы беспилотный транспорт массово развивался. Нам нужно привыкнуть, нам нужно больше доверять технологиям, и для этого нужно определенное время. Потому что я катался на беспилотнике в 2018 году в Лондоне с компанией Nissan. И в Москве много раз ездил на Яндексе, на Сбер и на разных других. Мне кажется, в нашем музее созрел вот прямо сейчас спецпроект. То есть, как только мы откроем нашу музейную площадку, параллельно с сохраненным единственным маршрутом троллейбусным Т, который ходит, возобновить сейчас свои поездки вокруг музея транспорта и площади трех вокзалов, нам нужно будет, видимо, запустить еще такой тест-драйв для всех желающих посетить музей на беспилотнике. Но вот вы знаете, как бы вот этот марш-бросок, который совершила городская транспортная система в своем развитии, он как бы очевиден у нас у всех на глазах. Это постоянно появляющиеся новые станции на очередных новых кольцах, да,